Третий в стране и единственный за Уралом. Генеральный директор завода Артем Шамков показывает гостю динамометрический стенд, который появился на предприятии в 2019 году. Стенд способен создавать нагрузку на ось до 30 тонн. Такие мощности позволяют испытывать тормозные колодки для железнодорожных вагонов, оперативно вносить коррективы в состав смеси и технологию их производства. Министр промышленности и торговли страны оценил новую продукцию и ту, которая уже стала классикой производства. Нам было важно показать не только те классические производства, которые развиваются в нашем предприятии уже более 60 лет, а показать именно новые производства, новые изделия, которые нам удалось запустить и реализовывать эти проекты благодаря поддержке Министерства промышленности и торговли. В течение последних двух лет предприятию удалось компенсировать часть затрат на приобретение нового оборудования благодаря кластерному проекту. На его реализацию было выделено 277 миллионов рублей. Деньги точно были направлены эффективно в то оборудование, которое дает сегодня расширение возможности развития этого предприятия. Транспортное машиностроение, автопром, сельхозмаш, нефтегазмаш. Это те отрасли, которые сегодня заинтересованы в современной продукции. Мы рассчитываем, что коллеги на этом точно не будут останавливаться, будут продолжать свой уровень на предмет модернизации и появления новых образцов промышленной продукции. И, наверное, самое главное, что такие меры поддержки помогают не только развиваться предприятию, расширять производство, но и создавать новые рабочие места для жителей края. Ирина Корчагина, «День с толком».